Ну что, продолжаем дальше. Третья часть продолжения работы. Ай, не могу. Да-да. Все сразу. Прекрасные люди. Москва же тоже не сразу строилась, да? Та-та-та. Ну что? Мой помощник здесь, а это главное. Да, помощник? Да ты мой помощник. Ну куда же я без тебя? Ты же мне тут арт делаешь. Что-то уже там поразмажешь хорошенечко. Сделаешь работу уникальной. Да? Звезда ты моя видеороликов. Звезда видосов. На-на-на-на. Оставайтесь, никуда не уходите, да? Оставайтесь на канале. Да-да-да. Ой, слушайте. Акварель. Я люблю акварель. Я вообще... много что люблю, не только акварель, еще я люблю гадать на картах, таро. Кто не знает, у меня есть канал на ютубе, можете посмотреть. В общем, я буду выкладывать свои гадания туда. Кому интересно. Куда ногой-то? Так хочется. Так хочется выпрямить эту лапку и поучаствовать в процессе. И принять участие в процессе, понимаешь? Ну что же делать? Душа рвется в бой. Да, Ситри? Так, кто не успел разглядеть, это кот. Это не тряпка, которая лежит. Это кот. Это прекрасный кот. Шикарный мой кот. Мой шикарный черный кот. Любимец. Да, любимец нашей семьи. У меня еще их два этих кота. Где-то у нас еще один кот Виста ходит. Серый. Скоттиш Фолд. Шотландская веслоухая. Этот тоже. Этот Хайленд Фолд. Длинношерстная веслоухая. А серенький котик у нас Скоттиш Фолд. Где-то гуляет он. В каких-то комнатах. Вот. Вот. Надо взять желтенького, правильно? Нам же нужно сделать волосы. Кто хочет сделать волосы? Я хочу. Кто еще хочет? Я хочу. Да. Я сегодня так чуть-чуть радуюсь жизни. Решила поделиться этой радостью с вами. А можно вашу лапку подвинуть немножко? Ать. Я понимаю, что без вас никуда. Оно же прекрасное. Вы наше украшение всех видосов. Но не всех, я уж так утрирую. Не всех, но большинство.